Так, всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор, подготовка продуктов к войне. Как бы не хотела говорить, конечно, это слово, но его все-таки сказать пришлось. По поводу каши там и всего, ну, каши, макароны, все такое, это у меня уже есть. То есть, ну, когда там у меня заканчивается, я пополняю. Консервы, в принципе, тоже у меня есть, но сегодня вот я докупила. Докупила я красная цена, там одна женщина прекрасных лет. Нет, не старенькая, не старушка, а не таких вот самых офигенных лет. Брала очень много таких. Я подумала, наверное, вкусная скумбрия. Я надеюсь, что она не протертая, как печень трески была в прошлый раз на обзоре, наверное, помните. Вот, ну, не знаю, не думаю, что сейчас стоит делать обзор на нее. Не знаю, напишите в комментариях, сделать или нет. Вот, сейчас такое время, пока она не очень нужна, но на всякий случай я ее купила. И заодно купила Васи? Сардина, короче. Сардина Вася. Вот. Ну и тут мне зашла в перекресток, увидела за 50 рублей всего лишь маслины черные без косточки и вот эти. Но тут получается так, то, что самого продукта, а вот 103 грамма. 100 грамм. Ну, за 50 рублей, может быть, это нормально, не знаю. Так, грейпфрукты, поскольку я на диете. Яблоки, я думала, будет больше. Это уже Сбермаркет у меня пошел. Вот. Киви здесь килограмм. Кстати, положили очень хорошие, такие жесткие. То есть жесткие они надольше, долго будут храниться. Это из Магнита. И чай. Блин, ребята, я наконец-то нашла этот чай. Я думала, что его уже все нет, его больше не производят, его нигде не видела. Но в Магнит я практически не хожу. Смотрите, я случайно зашла там в Сбермаркет, начала искать, думаю, дай посмотрю чай. И там вот этот чай, я его просто обожаю, вот этот чай. У меня лежит коробочка там какого-то 2015-го, что ли, года. Я изредка ее пью, но она уже невкусная, конечно, стала. Хотела уже выкинуть, а тут вот он появился. И также взяла в пакетиках. Я помню, что это в детстве я его пила, ну, в таком подростковом возрасте. И с жасмином я помню, что очень-очень любила. И вот этот. Не знаю, может, даже сделаю обзор, может быть, даже вместе с вами попробуем. Также ККД я очень сильно люблю. Такой я помню, что покупала. Так, мандарины купила. Ну, мандарины там, конечно, жесткие. Я люблю такие, они когда как в коробочке. Конфеты там 200 грамм. Это было написано упаковка. Я думала, в упаковке будут они вот на вес. Вот, ну, две штучки мы уже с сыном съели. Хлеб это я в Пятерочке купила в Перекрестке. И купила попробовать вот такие вот хлопья. Без сахара, не знаю, наверное, ну, моя цена. Не знаю, может быть, попробуем вместе с вами. И также то, что я еще купила, сейчас будет у вас в следующем, ну, в этом же ролике уже следующий. То есть муку я купила, и муку пшеничную, муку ржаную, чтобы делать хлеб. Ну, надоел мне этот магазин хлеб. Ну, черный еще, да, вот этот прям мне очень нравится, вкусный. А белый, блин, ну не могу никак есть белый. Он такой вонючий, вечно попадается. Мне какой-то запах у него странный. И плесневеет он странно как-то. Короче, не знаю, надоело мне. Хочу делать хлеб заново, ну, на всякий случай вдруг пригодится. Ну, и мороженка также там. Вот. Ну, осталось немножечко докупить еще гречки. Еще лимоны, кстати, я купила в перекрестке за 37 рублей. Прям как в фикс-прайсе. Вот, и... Что я хотела? Да, осталось чуть-чуть докупить гречки. Я думаю, что она будет нужна, но в перекрестке ее не было. Она закончилась в перекрестке, а в Пятерочке я брать не стала. Возьму, наверное, немножечко попозже. Чуть-чуть попозже. Там она стоит, по-моему, 78 рублей у нас всего лишь. Не так уж и много, в отличие от других брендов. Так, здесь у нас мука ржаная 5 килограмм. И здесь у нас мука пшеничная 10 килограмм. Так, тут у нас 7 мороженок вот таких. Они были по 36 рублей. Так, они у нас уже стоят где-то 40, 50, 60. То есть это вот так. И также еще магнат 2. Также еще 2 магнат, это на обзор они пойдут. И вот такая вот я делаю латте, пью латте. Там 400, по-моему, грамм. Ну, там сколько-то стоило. Какая-то там цена, не помню.
Народ забыл сказать, еще купила печенье за 36 рублей. Была акция. То есть, ну, за одну штуку. Не знаю, может быть, тоже сделать обзор, но мне очень сильно захотелось печенье, как в детстве. С маслицем, сверху медом. Вообще обожала так есть. Здесь у нас с кусочками клюквы, а здесь с ягодами черники. Вот клюквы, кстати, брали больше, чем вот этот вот. Я взяла две, может быть, может, сделаю обзор. Не знаю, пишите в комментариях. Наверное, надо сделать, я думаю. Так. Так, ну вот, смотрите, то, что я купила на эти баллы. На баллы я собрала, то есть, ну, должно было хватить мне вот так полностью на эти баллы. Вот, но, к сожалению, теперь баллами можно оплачивать только 50% от всей суммы. И мне пришлось за них доплатить 80 рублей. Но получается, смотрите, у меня каждый стоил так по 20 рублей, если я заплатила 80. А в магазине он стоит каждый где-то в районе 40 рублей. Плюс-минус. То есть, ну, все равно получилось дешевле. Представляете, всего 20 рублей. Вот, они очень-очень безумно вкусные. Мне прям вот эти вот батончики очень-очень нравятся. Хочу как-нибудь их съесть прям все вместе. Сесть и съесть. Это будет обалденно вкусно. Это будет ням-ням-ням-ням. Вот, у меня еще цель новая появилась. Вернее, хотелка. Я хочу прям вообще целый килограмм их. Я уже посчитала, сколько их будет в килограмме, сколько это будет стоить. Должно быть, я думаю, вкусненько. Вот, а вы пишите, сделать обзор на нее, в комментариях пишите или нет. Но она очень безумно вкусна. Вот именно вот эти вот, как бы вот без каких-то еще прослоек. То есть вот эта белая вот штучка, она очень-очень вкусная. И вот тут вот мягенькая, прям обожаю. Вкусняшка обалденная. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Ставим лайки, лайки, лайки. Ставим, подписываемся обязательно вот тут вот. И пишите комментарии, сделать обзор или нет. И какая еще вкусняшка вкусная вы знаете. Пишите, может быть, из Kinder, может быть, из каких-то других. На какую вкусняшку мне сделать обзор, напишите. Всем пока-пока. С вами был канал Art Money.